конечно или бесконечно множество таких простых чисел p, что L от p равняется p минус 1. Это частный случай так называемой гипотезы Артина, по которой любое число, не являющееся квадратом натурального числа, ну и здесь написано 2 единицы, минус единицы, является периодом, является первообразным корнем по простому модулю. Так вот, бесконечно или конечно множество таких чисел, строго говоря, науке неизвестно. То есть, если гипотеза Артина верна, то бесконечно. Есть очень большие подозрения, что гипотеза Артина верна, потому что она так очень хорошо согласована с некоторыми доказанными теоремами и с гипотезами, имеющимися в теории чисел. Но вот пока, строго говоря, мы не знаем. Еще кое-что, что мы не знаем. Мы не очевидно, что будем знать, потому что вопрос довольно странный. Вот смотрите, L от 3, это L от 9, единица, это очевидно. А вот давайте здесь напишем не единицу, а p минус 1. И зададим себе такой вопрос. L от p равняется p минус 1 и равняется L от p в квадрате. На компьютере найдены два таких простых числа. Число 487 и 56 598 312. Ну, сказать, может быть, в последнее время могли и еще что-то какое-то найти. Вот тут, когда писалась книжка, было известно только два. И это было сделано просто перебором. То есть подряд вычисляли для каждого простого числа эту самую функцию L и смотрели. Если еще, неизвестно. А можно ли здесь написать вместо квадрата куб? Ни одного такого числа неизвестно.